Привет, друзья! Сегодня приготовим изумительное вкусное печенье. По вкусу оно напоминает ароматные и душистые пряники. Готовить это печенье будем на цельнозерновой муке. В миску кладу сливочное масло комнатной температуры и добавляю сахар. Все хорошо перемешиваю. Добавляю одно среднее яйцо и снова перемешиваю. И теперь вливаю молоко. Обращаю ваше внимание, что все продукты должны быть комнатной температуры. Всыпаю любые измельченные орехи, у меня грецкие. Всыпаю немного цельнозерновой муки, добавляю корицу, какао и разрыхлитель. И хорошо перемешиваю все ингредиенты. Постепенно добавляю всю остальную муку и замешиваю тесто. В это тесто, кроме корицы, также хорошо добавить любые ароматные специи – имбирь, гвоздику, кардамон или мускатный орех. Должно получиться очень мягкое, едва липнущее к рукам тесто. Тесто кладу в пакет и убираю в холодильник примерно на полчаса. Затем тесто разрезаю на две части. Каждую часть по очереди раскатываю в небольшой валик. Если в процессе раскатки тесто рассыпается, ничего страшного, просто смочите руки водой и продолжайте раскатывать. Теперь разрезаю на небольшие кусочки. Печенье перекладываю на противень, застеленный бумагой для выпечки. Вторую часть теста также раскатываю и нарезаю. Выпекаю печенье в разогретой до 180 градусов духовке примерно 15 минут. После выпечки сразу же соединяю печенье вместе и обильно посыпаю сахарной пудрой. Также можно украсить печенье глазурью или растопленным шоколадом. Вот такое печенье получается. Оно вкусное, ароматное, рассыпчатое. Идеально к чаю и кофе. Друзья, желаю вам удачной выпечки, хорошего настроения, всего вам самого доброго и до встречи в новых видео.